Михаил Черненко, игрок команды «Динамо Ормби». А тех, Миш, ну давай, наверное, начнем. Я, честно сказать, давно не видел, как ты играл, как вообще себя чувствуешь, ну, можно сказать, после долгого перерыва в дебютной игре, можно так сказать. Да, чувствую себя отлично, замечательно, сказал бы. Почему в дубле долго не был, но как бы не заявляли состав такой вот. Глеб Великанов и Игорь Дубин играют, я тренировался, вот сейчас заявили. Выпустили, конечно, мало времени, но я доволен, два мяча отбил. Все отлично. Теперь давай по играм. Вчера, понятное дело, ты смотрел с лавочки всю игру. Там сегодня уже принял участие, но все равно. За счет чего, наверное, была победа нашей команды вчера и сегодня? Ну, я бы сказал, что Саратов в защите немного проваливался, что вчера, что сегодня. А наши пацаны, они как-то быстрее, шустрее. И вот у нас Серый Винничук тоже сегодня что-то выдал. Мячей 15 заколотил, как бы. Ну, просто, можно сказать, физически сильнее Саратова. Была уверенность, как бы такая, не было шапка закидательства, что типа, пройдем на одной ноге? В начале сезона? Да. Ну, в начале сезона мы как бы настроены были, очень сильно заряжены, все, мы приехали, верили в то, что выиграем, но что-то как-то, как Саратов оказался посильнее. Что-то мы первую игру в ничью сыграли, вторую проиграли. Что-то не получалось, можно в защите не доигрывали. Возможно, начало сезона еще... Только начали, что-то не пошло. Сейчас чувствуется обида. Все-таки задача в сезоне была поставлена побороться за чемпионство. И, в принципе, шансы были. Вот сейчас как об этом говорить с ребятами? Ну, за чемпионство обиды, знаете, таковой нет. Мы еще легко можем взять медали, второе, третье место. Обиды нету, нет почему. Все нормально. Стараемся, работаем. Ну и какие, раз уж мы первый раз беседуем, какие бы матчи ты вот назвал бы за прошедшее время? Ну, я держу в голове, у меня есть свои, которые вот просто незапланированные потери очков. Потери очков? Это Саратов, ЦСКА, тоже вот выезд один тур был. Ну и, скорее всего, наверное, Астрахань дома. Мы должны были Астрахань выигрывать. Вот здесь мысли сошлись, у меня тоже в голове была Астрахань, сделали выводы. Миш, ну как думаешь, вот остаток сезона, тем более следующий матч ЦСКА-2, не хочу я загадывать, не люблю, но все-таки в тройку мы войдем, на твой взгляд? Да, на мой взгляд, да, мы очень хорошо подготовлены. Я считаю, что мы сильнее на голову ЦСКА физически, морально, и мы выиграем их и даже в тройку войдем, это я уверен. Ну, я буду болеть, все будем болеть, желаем удачи, побеждайте.